6-летний ребенок погиб на ферме в селе Кемертуган Алматинской области. Он упал в резервуар. Об этом заявляют местные жители, которые требуют закрыть хозяйство, где производят козье молоко. Люди говорят, что не в первый раз жалуются госорганам на то, что работники выбрасывают туши убитых животных прямо в черте жилого массива. В результате по всему аулу стоит трупный запах. В проблеме разбирался Рустам Ралбаев. По словам сельчан, местное хозяйство в эту огромную выгребную яму выбрасывает не только отходы, но и туши животных, из-за чего на все село стоит отвратительный запах. Не говоря уже про кормящихся оттуда бродячих собак и птиц, создающих реальную угрозу эпидемии. И вот так уже несколько лет. Сельчане неоднократно просили владельцев фермы принять меры, но безрезультатно. Стоит трупного запаха, навоза, вот. Прям животный запах, который невозможно, дышать невозможно. Трупы животных все, по-моему, на территории их не разбросаны, лежат. Невозможно открыть окно, так как запах вот этот, это ужасно. Из-за того, что забор ненадежный, ребенок полез туда и утонул. Там есть большие резервуары. 3-4 резервуара есть больших, которым ребятня решили покататься. Ребенку было 6 лет. 6 лет ребенок умер. А местные власти между тем заявили, что ферма работает законно, и они бессильны что-либо предпринять. Сначала нужно выяснить, как люди вообще купили здесь участки под жилой сектор, чтобы построить дома. Изначально эта территория была назначена для крестьянских хозяйств, а ферма появилась раньше домов. В пределах своей компетенции управлением были проведены лабораторные инструментальные замеры атмосферного воздуха. По результатам инструментальных замеров, а также хочу отметить, что в ходе замеров были проведены исследованы аммиак, сероводород, который содержится в воздухе. По результатам лабораторных исследований несоответствие не было выявлено. В отчаянии люди написали заявление в полицию, чтобы чиновники приняли хоть какие-то меры. Специалисты говорят, что, скорее всего, проблема в нарушении санитарной зоны. То есть дома стоят слишком близко к ферме, однако все они построены законно. Теперь разбираться в проблеме будет специальная комиссия с участием всех причастных сторон. Рустам Раубаев, Жақсылық Тілепберген, телеканал Алматы, Алматинская область.